Так, четвертый день моего отпуска. Я в поселке Малореченском. Вот с утречка встал. Погода отличная, прохладно, но солнышко светит, и на солнышке это как бы хорошо печет. Море прохладно, но я уже успел искупаться с утреца, взбодриться. Прогулялся, купил мясо. Сегодня буду делать шашлык. Мяса взял много, чтобы на пару дней сразу не задумываться об еде. Так что вот, схожу, наверное, в какой-нибудь соседний поселочек, потому что тут реально что-то скучновато, поэтому не знаю, чем себя еще развлечь. Ходить где-то по окрестностям только. Ну ничего, сегодня потусую здесь, может завтра еще. Пойду в Судак, там уже если поползать. Поселок Малореченское, Таисия. Берега мутноватая, ну, водичка. Здесь чистенько. Храм Маяк. Что с этой стороны? Глубоко, наверное. Вот сырные скалы. Думал, не залезу сюда в тапках. А ничего, даже в таких вот. Тапки называются «Ни шагу назад». И то залез. Прикольно, как так вообще получилось. Такая бухточка. Тут надо как-то залезть, и надо только в кроссовках. Камень такой. Это водопад даже тут просто. Кактусы, я охренел. Вниз спущусь. Пришел нечаянно на нудистский пляж, но ни одного нудиста я здесь так и не увидел. Но место хорошее, уединенное. Даже какой-то водопадик небольшой. Все бы ничего, да ветер холодный капец. Ну и такой штормик небольшой. Так, ну это я опять к Солнечногорску подхожу. Позавчера был здесь, когда на водопад ездил. Тут же искупался первый раз в море. Сегодня не знаю. Я посмотрим, если там ветер есть. То не буду купаться, если нет ветра. То искупаюсь. Не знаю, видно вам, не видно, как блестит камешек. Это соль, я так понимаю. Морская. Так, вот так вот. Ой. В общем, из одного поселка в другой дошел по берегу моря. Опять же, все красиво. Что тут еще рассказать? Сейчас искупаюсь, наверное. Тут там водичка вроде как будто чистенькая, дно. Лишь бы дно было хорошее. Не люблю по камням заходить. Так что вот. Посмотрим сейчас. Так, ну, забрался уже далеко. Вот иду по берегу. И вот вон церковь, где я оттуда. Хорошо гуляю. О, прикольно, здесь такое море чистое. Но камни здоровенные, неохота туда лезть. Уже несколько раз по пути искупался. Вода холодная, но все равно прикольно. Так. Мне бы вот туда зайти, вот туда, сейчас туда спущусь как-нибудь. Слушайте, все равно это огромное удовольствие так вот гулять по Крыму, народу нет, вообще никого. Ох, дорога кончилась.
по такому парапету шел. Вот сзади видно. Он такой раз и оборвался. Дальше камни какие-то просто. Типа тоже дикий пляж какой-то. А мне получается сейчас надо вниз слезть. И вот туда вон. Так, забрался на этот пирс. Че это? Бум. Вода чистейшая. Моя глубина не маленькая. Так и охота прыгнуть, но потом мне охота вылазить отсюда. Так, ну место крутое. Вот в таком я сейчас месте нахожусь. Какие-то бяки валяются всякие. Но все равно все круто. О, тучки он опять находит, на обратно возвращается потихонечку. Потому что может дождик лупануть. Хопля. Какие тут лужи. Ладно. Слушай, ну прикольно вообще. Конечно. С этой стороны что? Видно, что какие-то здоровенные камни внизу валяются. Ну, сегодня чисто вот по берегу моря гуляю. Просто иду, загораю. Где-то местами купаюсь, где вижу, что дно хорошее. Заходить хорошо. Ветер прохладный, но вообще в целом очень классно. Тепло. Так что вот, дальше пошел. Так, двинул обратно, в обратную сторону. Потому что идти, наверное, час. Где-то, если еще с купаниями, с загораниями, с остановками, короче, то все два. Если, конечно, дождик не шуганет сейчас. Потому что что? Потому что шашлыки сами себя не пожарят. Вот. А кушать-то уже начинает хотеться. Поэтому я спешу на хату. Жарить шашлык. Вот. Идти сейчас опять не близко, но дорога приятная и красивая. Море опять же шумит. Очень благоприятно действует на нервы, на сознание. Это еще небольшой подсъем того, что вокруг меня творится. Вон уточка плавает. Уточка ветер, да? Что это такое? Великолепно. Так. Идем, идем, идем. Море синее такое. Красивое. Здесь живу. С видом на море. Какие-то непонятные вещи. В море валяются плиты всякие. Там он типа укрепление какое-то. Там надписи такие, типа окоп номер один, окоп номер два, вот эти вот. И под ними тоже там куски камней здоровенные. Тут он скоро берег отвалится, наверное. О, цветочки какие красивые. Ну что, с той стороны я пришел, только поверху. Вот тут вдоль моря такая стена выстроена. И в ту сторону надо попробовать сходить. Вот так вот. Тоже какой-то поселок там забыл. Рыбачье называется. О, нифига себе. Так, море разошлось. Такие интересные пласты.
Это что за порода, интересно? Ну, листяшки какие. Не знаю, видно, не видно. Конставаж прямо. Но это не соль точно, тогда ошибся. Полизал еще как дурак. Это прям как будто камень. Камень не камень, нет. Какая-то фигня мягкая, мне кажется, а типа какая-то глина наслоилась вместе с камнями в перемешку. Ну, с такими каменными пластами. Вот, ходить, наверное, вообще опасно. Вот эта шляпа, везде много таких мест, где вот так вот целые куски отслаиваются. И вот когда-нибудь он же рухнет. Типа там дождь какой-то, вот сильный ураган, шторм. И эта вот шляпа брякнется вниз. Кусочек не маленький. Опа. Ох, ну не знаю, дальше какая-то каменоломня. Он оттуда, видимо, нападала. Камней. Во-первых, страшно, что на голову что-то упадет. Во-вторых, вообще по камням стрёмно ходить, неудобно и неприятно, а где-то даже и невозможно. Поэтому попробую, но ничего не обещаю. Вот такие глыбы тут валяются и покрышка. Видали такое? Это вот от цедов нападало. Надо поскорее отсюда убираться. Мало ли еще что-то отколется. Дальше, наверное, уже и не пройти. Там чисто здоровенные скалы. Ну там, кстати, вот за этим камнем чувак какой-то сидит тоже на камне. Просто отдыхает. Поэтому сейчас посмотрю, что дальше было. Если нет, то буду возвращаться обратно. Там мельком залез туда. Наверное, и дальше можно пробраться, но что-то желания нету туда ползти. Вот. Сейчас немножко отдохну. Да и, наверное, в обратный путь. Кстати, просто сидеть вот так вот у моря. Тоже кайфово смотреть. На все эти вот виды, на скалы, на само море. На горы вдалеке. Это прям хорошо. Прям очень здорово. Так что вот, сегодня день тоже у меня такой, хоть и не в горы, но много куда сходил, ну, по побережью, в разные стороны, туда-сюда. В обеих сторонах что-то есть свое классное. Вот, а вечерком шашлыки еще сегодня будут. Все уже, мяско почти готово, сейчас приду как раз. Вот сейчас сижу здесь, нету ветра, так прямо жарко даже. А так, когда ветерок, то он такой холодненький. Сейчас, кстати, вот пойду, наверное, из-за холма выйду, из-за утеса. Там будет ветерок. Но это как раз хорошо, потому что это жарко прям стало аж. Каждый дяденька в душе все равно ребенок. Им обязательно нужно куда-то залезть, если это возможно. Вот и маленький Дима собрался с духом, да и запрыгнул на большущий камешек, который стоит в море. Сейчас покажу, как это с берега смотрится. Как слезать, я не знаю. Ну и вот, собственно говоря, та самая кучка камней, с которой только что благополучно еле-еле слез вниз. Вот так. Ну и что, в общем, снизу оттуда опять поднялся наверх. Прямо на трассу, которая ведет до Судака. К церкви. Сейчас мимо нее пройду, сфоткаю хорошо ее.